Маючи інформацію, треба мати до того ще і мудрість, щоб зрозуміти, проаналізувати її іноді дуже швидко, для того, щоб робити якісь висновки в тих же перемовинах, хоча дипломати зазвичай чекають там 2 хвилини перед тим, як відповісти, щоб якраз таки проаналізувати і подумати, і не відповідати загоряча. Але ми дуже бачимо провальні часто перемовини, і ми розуміємо, що, напевно, ті люди, навіть в яких був доступ до інформації, їм не вистачило чогось іншого. Чи то мудрості, чи то сили, чи то обаяння переконати. Понимаешь, надо все воспринимать в комплексе. Вот поведенческий комплекс. Я сейчас без фамилии просто вот скажу. Вот представь себе, что ты один из руководителей Украины. Один из? Он у нас вроде как один. Да, представь, что один из руководителей Украины. От тебя многое зависит. В юности тебя завербовал КГБ. Они тебя вели дальше все время. Они тебя и на посты просували, да? Это уже ФСБ. Но дело твое лежит в Москве. Дело твое вербовочное лежит в Москве. Кто с тобой контактировал? Что ты давала за данные? Все, вся история там. И в решающий момент X ты и так выполнял конфиденциальные задания. Ты и так их выполнял. Но в решающий момент, когда речь идет о судьбе страны, тебе говорят, смотри, зачем тебе лично Крым и Донбасс? Голосов для тебя и твоих друзей там нет. Ты же понимаешь это. Они тебе голосов не дадут. Раз. Ты не станешь тем, кем станешь, без их голосов. Два. А если ты станешь, кем станешь без их голосов, ты будешь иметь возможность красть огромные бабки. И мы тебе не будем мешать, даже помогать. Кроме того, твое же дело у нас, не забывай тоже. И это диктует линию поведения человека. Зная это, имея эту информацию, ты можешь уже предугадать поступки дальнейшие. То есть он, этот человек, я не о Порошенко сейчас говорю. И сразу скажу, не о Порошенко. Я говорю в общем. Я сразу скажу про Турчинова. Там, ну, я и не про Турчинова говорю. Там много таких людей. Там таких людей много. Смотри, я повторю, я говорю не про Порошенко и не про Турчинова. Там, ну, таких людей там много. Там таких богато, насправді. От кого зависит все. И вот он думает, ё-моё, жизнь у меня одна. Да, я по молодости с КГБ работал и потом работал, и они меня двигали через свои рычаги, понятно. Да, я увяз по уши. Да, я уже накрал столько денег, и компромата на меня куча. Да, мне не нужны ни Крым, ни Донбасс лично мне. Зачем они мне? За меня там голосовать все равно не будут. Да катись оно все к чертовой матери. И я на людях говорю, Украина понад усе, слава Украине, героям слава. А в душе у меня другое. Чтобы меня не трогали, оставили в покое, дали спокойно бабки. И все. И больше ничего. Выжженная земля.